Counter-Strike, Dota, FIFA и World of Tanks. Все это не просто компьютерные игры, а настоящие спортивные дисциплины. С июня 2016 года киберспорт получил официальный статус на федеральном уровне. С тех пор по всей стране ежегодно проводятся десятки соревнований для геймеров. Киберспорт – это не только игра, да, это развитие своего ума, это развитие мысли, потому что выстраивать вперед ходы – это достаточно сложно. И они пригодятся не только в игре, но и в жизни. Выращиванием чемпионов России и мира в Ульяновске занимается Дом интернета в Ульяновском техническом университете. В эти выходные здесь стартовал второй сезон Всероссийской студенческой лиги – региональный этап. В соревновании приняли участие 120 человек из 4 ульяновских вузов. Появилась такая возможность прийти и представить свой вуз. Как бы есть шанс поехать в Москву и, возможно, занять какое-то место. На первый взгляд может показаться, что киберспорт – дисциплина абсолютно мужская. Однако прекрасная половина участниц доказывает обратное. Я обычно себя не пробовала вот на таких соревнованиях, потому что я как бы стеснялась и думала, что я как бы плохо играю и вот такой вот. Но потом мне сказали, давай участвуй, и месяца 4 назад был мой первый лан. Лучшие игроки регионального этапа представят Ульяновскую область в приволжском этапе, а затем во всероссийском. Призовой фонд Всероссийской лиги внушительный – более 7 миллионов рублей. Выигрыш делится пополам – половина самим участникам и еще часть вузу, который должен потратить выигрыш на развитие киберспорта в университете. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.